Луна 2015 это был проект, который организовывал Институт медико-биологических проблем. Он прошел в конце прошлого года, в октябре-ноябре, и имитировал, ну, не знаю, как это грамотнее сказать, имитировал облет Луны, хотя мы находились в замкнутом гермообъекте. В течение 9 суток в количестве 6 женщин. Это был уникальный эксперимент именно по своим вот таким характеристикам. А в обычной жизни я старший научный сотрудник, занимаюсь обследованием космонавтов до и после полета, получаю информацию с орбиты, анализирую их состояние, а именно адаптацию сердечно-сосудистой системы к условиям невесомости. И тоже очень надеюсь, что в скором времени мы увидим и пилотируемый старт с нашего космодрома. У нас было 6 человек, это стандартный состав экипажа. Я всегда комментирую это таким образом, что мы были высоко мотивированы. Мы понимали, что мы не идем туда отдыхать или высыпаться в санатории. Мы занимались серьезной научной работой. У нас прошло более 30 научных экспериментов. За нами круглосуточно следили камеры наблюдения. Мы находились под пристальным присмотром. И не могу сказать, что нам было некомфортно. Мы были подобраны достаточно грамотно и по психологическим характеристикам в том числе. И сейчас мы с удовольствием вспоминаем наш эксперимент, продолжаем общаться и говорим о том, что с удовольствием бы отправились в такой полет еще раз.